тайскому Новому году Ашан подготовился. И прямо в начале сложили полки с азиатскими продуктами. И вот здесь теперь можно вон там азиатские порошки, гели для мытья посуды. Вот как раз в это время все такое сюда привозят. Ну вот идем по полкам. Ну вот эти всегда они есть. Не хочу их, они не очень хорошие. Отличный гель для мытья посуды. В сети «Твой дом» он стоит 200, практически 300 рублей. Здесь он 180 тайский. Вот этот с удалением запаха рыбы и креветок удаляет. Отличный гель пользовалась. Этим не пользовалась, но вот видите, там стоит, чтобы блестела посуда. Вот если надо хрусталь помыть, я бы взяла вот его. Вот суперконцентрат. Как правило, оно так и бывает, 209 рублей, когда на скидке стоит. Но выше есть апельсин за 180 и сакура за 180. Вот сегодня это выгодная покупка, вот прям действительно выгодная. И это тоже суперконцентрат, очень густой и не портит руки. Дальше что? Губки. Ну, губки, они, в принципе, по такой цене и бывают. Они от наших мало чем отличаются, только ценой. Эти длинные губки, и вот здесь набор губок стоит 190 рублей. Здесь и длинные две лежат, эти длинные, хорошо вспенивающиеся. Мыть чашки. И здесь разные жесткости губки. Одни жесткие, одни мягкие. 180 рублей. Для холодильника средства. Вот это. Ну, хорошо удаляет, но здесь тоже можно свое что-то купить. Вот, получается, пятновыводитель. Отличный Чермелион, можно брать. Вот эти салфетки можно не брать, они не удаляют жир. Лучше пользоваться салфетками с нашатырным спиртом. Ну, потраченные деньги впустую. Мыло. Это мыло смягчающее, это для цветного. Это отличное мыло, и это отличное мыло брала. Дальше идет порошок для шерсти. За 460 рублей идеальная цена. Неделю назад он стоил 700 рублей, и тот, и другой. Я беру розовый, потому что он дешевле. 460. Дальше идет порошок. Не брала порошок, не знаю. Либо порошок китайский. Брала вот этот. Здесь оранжевый и розовый. Это не цвет. Это здесь немножко разные качества у порошков. В переводе, может быть, не будет этого. Но какие-то вот это для цветного, а этот, по-моему, смягчающий. Средненько стирают. Брать я его не буду. Вот этот возьму. Он именно для шерсти. Значит, беру 460 рублей. Что дальше я беру? Конфеты, которые часто встречаются в корейских сериалах. Чупа-чупсы к китайскому Новому году. Так, в итоге, что я взяла-то? Взяла порошок, потому что отличная цена. Порошок для шерсти, он у меня уже заканчивается. И гель для мытья посуды. Необычные вафли с чаем матча. Это наши сладости по-японски, типа. Ну, можно взять. С матчу теперь. Как оно? Печенье. Да, сложили все маски. Впервые вижу маску для бюста. Питательная для груди. Что здесь? Патчи 49 рублей золотые. Маски всякие разные. Ну, они по скидкам. Они после Нового года по скидкам были. Поэтому японские подгузники. Много их привезли к празднику. Здесь что у нас? Зубная паста. Маски. Тоже, я так думаю, что-то здесь корейское. Мисты для лица всякие. Дальше идем. О, алоэ гель. Хорошая цена. Кто любит этот гель, вот маленькой формуле, он всегда здесь есть. И причем не важно, в какой банке брать, в большой, маленькой. Это на лето идеальный гель для тела. Всякие кремы. Но этого в Ашане всегда много. Вот, редко бывает собрано. Губки. Дальше, что у нас? Дальше шампуни всякие. Недостаток корейских шампуней, вот на мой взгляд, это у нас разные структуры волос. У них очень густые, не густые, у них толстые и жесткие волосы.
поэтому их шампуни не всегда нам подходят. Пасту привезли, отбеливающая паста. А что еще? Может быть, корейские зубные щетки. Они гораздо дороже стоят в любых. Их редко можно купить. Вот сейчас их можно купить. Чисто корейские. Только в специализированных магазинах можно купить. Так. Сперлевидные щетины. Необычная штука какая-то. Увеличенная чистящая головка. Это щетка. Sensitive. Это щадящая. Так, вот японские щетки. Японские щетки необычно. 240. Необычного. Ополаскиватели. Они в таких саше, а очень удобно с собой брать. Ополаскиватель. Он и чистит, и ополаскивает. В нашем тоже есть сегменте. У Сплата есть пена такая. Но тоже удобно с собой в сумке носить. Сполоснуть рот. Щетки всякие в футлярах. Японские щетки парные. Вот эти щетки двойка, они, скорее всего, детские, там перевода нет. Но всегда зубные щетки надо выбирать от длины головки. Вот, скорее всего, это детская щетка, потому что длина чистящей поверхности здесь очень маленькая. Перевода там нет, но, скорее всего, это так. Вот еще зубная щетка с пастой. Travel версия, очень удобно. В коробочке и паста там уже лежит. Так что вот такие новшества у нас. Эти розовые, это детские зубные пасты, щетки. Это тоже небольшая, она подростковая. У них хорошие пасты. 159 рублей, хорошая цена за пасту. Ополаскиватель. Японский ополаскиватель для рта. 240 рублей. Зубная паста, она так и стоила. Около 1000 рублей. Разные сорта ополаскивателей. И детские есть. Приложили всякие полотенчики с иероглифами японскими, но я так думаю, что это наши полотенца. Все приправы сложили типа почти японские, почти корейские, почти китайские. Здесь тоже все типа, все это у нас. А вот не типа, что сегодня еще появилось, это вода корейская, соджу корейская. 450 рублей. Водка Нихао. Это китайская, скорее всего. Ну и всяких таких напитков алкогольных и неалкогольных, что в принципе редко бывает и не в каждом магазине. Это только вот к Новому году. Красивые фонарики повесили. Вот вода с мармеладом. Ну, с такими склизкими шариками внутри. Вот такая небольшая часть выделили для Нового года. И что я взяла? Взяла зубную пасту, зубную щетку, гель для мытья посуды и гель для стирки из этих полок.